У нового поколения BMW 3 серии появилась самая простая версия с индексом 318i. В прежнем поколении под капотом самой дешевой трешки уже был трехцилиндровый турбомотор B38 объемом в 1,5 литра. А сейчас инженеры и маркетологи расщедрились на 4 цилиндра. Такой же двухлитровый двигатель с индексом B48 стоит и на старших версиях модели, но для 318-й его дефорсировали. У всех машин только 8-ступенчатый автомат и задний привод. Разумеется, по динамике стартовая модификация проигрывает более мощным, зато ощутимо выигрывает по цене. Но это в Европе. Появится ли базовая модель в России, пока неизвестно. Хотя прежняя трехцилиндровая машина у нас продавалась. Большой кроссовер Cherry Tiggo 8 готовится выйти на российский рынок. Офис марки рассказал, что продажи автомобилей китайского производства начнутся в марте. В Китае машину представили почти 2 года назад и даже успели слегка обновить. Но мы получим вариант со старым оформлением переднего бампера. Убранство интерьера пока остается секретом, ведь во время рестайлинга марка Cherry внедрила полностью новый салон. Зато подтверждено, что Tiggo 8 будет доступен не только в 5-местном, но и в 7-местном исполнениях. Единственный заявленный мотор – 2-литровая турбочетверка. Она имеет распределенный впрыск и может работать на 92-м бензине. В трансмиссии трудится безальтернативный вариатор, а привод может быть только передним, так как полноприводных Tiggo 8 просто не существует.